Вот места, вот этот не получается это место, потому что ты что-то сделаешь не то с рукой. Тебе нужно оттолкнуться от пятого, сильный пятый пальчик, локоть немножко туда, немножко закругляешь, потом вся рука остается в одной позиции. Она не двигается сюда. Она остается между черными клавишами. Еще разок. И никакого коллапса. То есть здесь пятый пальчик, акцент очень важен. И как бы это вот тебе дает такой пивит корд, знаешь, вот, как бы пивит момент такой. Больше краб хэнд. Но тебе в таком темпе не нужно. Туда, локоть и пятый палец. Потом еще раз, как бы ты отталкиваешься. Да? Держи пальцы круглее вместе, потому что здесь у тебя вот в этом моменте, у тебя четвертый, и вот здесь третий коллапсится немного, а здесь коллапсится где-то в четвертый. Не, вот здесь, что ли, четвертый. Ну, в общем, и пальцы третий, и третий, потом четвертый только здесь. Третий, третий, значит, третий на соль. Старайся правильные пальцы играть.